Беременность не помеха для активной жизни. Уже в 12-й раз будущие мамочки встретятся на ежегодном конкурсе красоты и таланта. Он пройдет 20 ноября на сцене концертного зала «Сибирь». 7 барнаульских женщин в интересном положении представят хореографические вокальные номера. Впервые на конкурсе «Я буду мамой» выступят и известные артисты, например, певец Владимир Кислов и Александр Рухадзе. Имена всех приглашенных звезд организаторы пока держат в секрете. Подобные конкурсы для будущих мам пройдут еще в 14 районах края. Беременные женщины в очередной раз докажут окружающим, что они полны сил и энергии. За 12 лет такая небольшая эволюция произошла. Когда мы начинали, немножко было другое отношение в обществе к беременности, вообще вот к процессу вынашивания ребенка, к тому, насколько активна должна быть мама. И когда мы начинали, нам хотелось показать, что беременность не болезнь, что мамочка может быть активной, она может быть творческой. Нужно давать ей еще другое, эмоции, ощущения, какие-то разные новые впечатления во время беременности. Добавим, что победительница получит в подарок большой комплект по уходу за ребенком, а всех участниц ждут памятные призы.